Друзья, шокирующая новость. Вы не сможете в это поверить. Срочно подписывайтесь на наш канал. Мы делаем для вас интересные новости каждое утро. Самый крупный российский сайт StartHide рано утром сообщил о том, что этой ночью в 18-й городской больнице города Москвы ушел из жизни российский актер, кинорежиссер Никита Михалков. Мы просто были шокированы от этого известия. Мы сразу же начали узнавать подробности этой трагедии, но нигде об этом ничего не было сказано. Мы никак не могли добиться правды. Мы пытались связаться с родственниками Никиты Михалкова, но это было бесполезно. На телефонные звонки никто не отвечал. Спустя некоторое время мы были шокированы, когда с нами на связь вышел сам Никита Михалков. Он сообщил нам, что уже слышал о том, что его хоронят. Он говорит, что он сейчас находится в больнице на обследование, и с ним все хорошо. «Не верьте новостям», — говорит Никита Сергеевич.